Залог здоровья и хорошего настроения, утренняя зарядка и каша на завтрак. Об этом напомнили своим гостям ученики младших классов школы номер 26 города Мирный. В учебном заведении прошел конкурс на тему ЗОЖ. Среди приглашенных была и наша съемочная группа. Что здоровьем нужно заниматься с молодых лет, а каша полезней газировки напомнили своим сверстникам и приглашенным гостям третьеклассники. В актовом зале 26-й школы состоялся День здоровья. Тема здоровья – это ключевая тема для учащихся третьих классов. У нас каждая параллель живет под определенной темой. Если для вторых классов это тема «Русские традиции», для четвертых классов это тема «Семья», то для третьеклассников это тема «Здоровье». Команды принимали участие в трех конкурсах. В первом этапе были зачитаны речевки и музыкальные приветствия. В следующем ребятам было дано задание нарисовать плакаты и описать их содержание. Заключительный конкурс «Зарядка» для детей оказался самым увлекательным. Команды показывали упражнения, а остальные участники подхватывали. Дети вскакивали со своих мест и двигались в такт музыке. В перерывах между конкурсами школьники с азартом отвечали на вопросы ведущих. Урок здоровья они усвоили на отлично. На 5 с плюсом ребята продемонстрировали свои знания о здоровом образе жизни. Заниматься зарядкой, физкультурой, ну, хорошо питаться, ну, не есть чипсы, не пить кока-колу. Ну, и главное, свое здоровье беречь. Чтобы ты не был ленивым, ел кашу по утрам, делал зарядку, чистил зубы, ну, чтобы ты был здоровым. Тема усвоена. Это отметили как зрители, так и жюри, которая присудила командам победы в каждой из номинаций.